Heretic. Здравствуйте! Сегодня мы расскажем вам о накладном электромеханическом замке от компании Чиза 1А721-00-0. Данная модель имеет силу удержания до 2 тонн, а также режим блокировки замка в открытом положении. В ней применены новые концепции безопасности. Это новая система запирания посредством роторного ригеля, наилучшая сопротивляемость вибрациям и ударам, а также защитный корпус из стали, полностью закрывающий замок и ответную планку. Это универсальный замок как для правой, так и для левой двери, с переменным расстоянием от торца до оси цилиндра от 50 до 80 мм. Он снабжен новой саморегулирующейся ответной частью поворотного типа, обеспечивающей как вертикальную, так и горизонтальную установку замка. Роторный ригель Электрика позволяет работать в двух различных режимах. Это автоматическое открывание, дверь открывается поворотом ригеля, или же готовность к открыванию. Ригель отведен, замок заблокирован в открытом состоянии, в этом состоянии дверь может открываться и закрываться несколько раз вручную. Новая система запирания позволяет обеспечить бесшумное открывание и закрывание двери. Уменьшается отскок ворот при резком захлопывании. Система удержания двери в положении «Готовность к открыванию» позволяет заблокировать замок в положении «Открыто». Номинальное напряжение 12 вольт, номинальный ток 3 ампера.